На одной из встреч главы города с представителями спортивной школы был поднят вопрос о необходимости проведения работ по обновлению внутреннего вида учреждения. Андрей Шубин прислушался к просьбам и взял на себя все организационные вопросы. Финансовую поддержку в размере более 1 миллиона рублей оказали концерны «Росэнергоатом» и «Смоленская атомная электростанция». Администрация города провела аукцион, по итогам которого был выбран исполнитель работ. Им оказалась смоленская подрядная организация «Альянс Строй». Ремонтные работы начались со спортивного зала. В текущий момент идет покраска стен и потолка. В планах также отремонтируют трибуны, административный корпус и коридор. Подрядчики обещают сделать ремонт качественно и в срок. Двери нашего спортивного зала всегда открыты не только для наших ребят, которые посещают спортивную школу, а также для воспитанников детских садов, учащихся школ города, для гостей нашего города. Здесь организуют соревнования и при поддержке Смоленской атомной станции, различные соревнования городские. И мы надеемся, что этот зал будет радовать вскоре своим внешним видом наших гостей и наших ребят. Дети смогут приступить к занятиям в обновленном спортзале уже в конце октября. Виталий Волков, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.